Ручка, собака не пищит. Пишем тут. Пишем вон все болезни. Вот. Вот так вот. Сворачиваем. Так, сворачиваем. Где-то у меня спички были. Наверное, я скурил их. Вот. Тут и еще пишем. Здоровье. Чтобы было здоровье, девочки, мальчики. Вот. Друзья мои. Вот эту вот бумажку, сохраняем. Да, сохраняем. Да. А эту бумажку сжигаем. Вот эту бумажку. Главное не перепутать. То здоровье сожгем, а болезни оставим. Нам не надо, чтобы у нас были вот эти вот, знаете, сейчас чашечку найду, девочки, мальчики. Где же у нас чашечку взять? И спички, спички, вот они, девочки, мальчики. Ой. Я всегда так вот говорю. Вот я вот сейчас вот болею, да, в данный момент. И я хочу вот сейчас вот оставить здоровье, а болезни сжечь. Вот. Так давайте приступим к сжиганию болезней. Девочки, на чем мы будем сжигать? Надо хотя бы на какой-то этой, давайте вот, господи, прости, на чем же сжигать? Давай на крышке какой-нибудь, вот, давайте на крышке. Я думаю, что крышка, да, да, девочки, мальчики, здоровье прежде всего. Вот. Берем вот эту вот бумажку, вот, где у нас написано болезни, все болезни, чтобы их не было. Берем, поджигаем. Девочки, мальчики. И вот так вот ставим. И оно у нас так вот. И вот так вот. И оно все должно сгореть, девочки, мальчики. Не останавливаясь. Не останавливаясь. Если сгорит все, значит здоровье будет. Вот. Остался пепел. Все, девочки, мальчики. И это сразу все выкидываем. И больше не думаем о болезни. Все. Вот. Вот это обряд я вам сделал, да. Поняли? А вот эту вот бумажку оставляю и носим с собой. Я не знаю, в кармане, либо еще где. Ну просто вот положите в одно место, и пусть оно будет, лежит. Ну, цветы давайте, цветы запахаем, закопаем. Вот, давайте цветы, Вот, вот сюда вот положим, и землей прикапаем. Вот, все, поставили. Теперь у нас все, оп, шик. Вот так вот, вот такой маленький. Вот такой маленький этот. Болезни все сожгли. Вот. Оставили здоровье. Под долларовым деревом. Под любым цветком. Вот. Если цветок начнет цвести, у вас здоровье будет. Либо там расти, там или еще что-нибудь делать. Вот так вот. Чисто правда. Вот я с первый раз, мне там одна колдунья сказала, говорит, вот так сделай. Вот первый раз вот такое делаем. Вдруг получится что-нибудь.
Вот так.